Спортшкола «Текстильщик» подводит итоги сезона. В 2019-м юные спортсмены приняли участие сразу в нескольких серьезных турнирах и заняли призовые места. В среду отличившихся игроков спортшколы чествовали и награждали. Лучших в каждой возрастной категории определяли педагоги и администрация спортшколы. Этим летом команда 2003 года рождения завоевала золото первенства «Золотого кольца». 2002 и 2004 – серебро. Кроме того, воспитанники ивановского футбола в составе сборной «Золотого кольца» принимали участие в первенстве России и заняли третье место. Сегодня соперничать с ведущими академиями «Спартак», «Москва», «Зенит», «Краснодар», «Рубин», «Казань» – это очень тяжело. Ну и ребята, так сказать, сделали все возможное. Они составляли основу сборной 2003 года. Ну и, конечно, очередная победа в первенстве «Золотое кольцо» ребят 2003 года под руководством Владимира Николаевича Попова. Они уже сейчас начали подготовку к финалу первенства России по футболу, который будет в апреле месяце в Сочи. Вот, я думаю, это самые такие серьезные успехи. Сравнительно новая традиция спортшколы – объявлять лучшего игрока по итогам сезона. Им на этот раз стал Дамир Хусаинов. В свои 16 спортсмен не только успешно выступает за «Текстильщик-2003», но уже получил приглашение в главный футбольный клуб региона. Философия клуба всегда состояла в том, чтобы формироваться за счет местных воспитанников. К сожалению, последние годы немножко у нас пошел сбой, но последние результаты команд показывают, что все-таки у нас как было все время, так и есть. У нас рождаются хорошие молодые футболисты, с которыми клуб связывает свое будущее. Многие удивляются. Ну, я, может, по полю почти ничего не делаю, но свой гол забью. Но есть голевое чутье. Ну, конечно, надо тренироваться. Ну, не круто, конечно, надо тренироваться, работать еще. Еще работать и работать. Юные футболисты берут пример со старших. Последние стараются соответствовать. В футболе преемственность поколений очень важна. Наверное, поэтому торжество завершил специальный показ фильма про легендарного советского вратаря Льва Яшина. Спортсмена с большой буквы и лучший пример для подражания футбольной молодежи всех возрастов. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.